Тема наших сегодняшних занятий – конструкция крана-машиниста, условный номер 394. Кран-машинист, условный номер 394, состоит из верхней части, в котором расположен золотник, так и называется золотниковая часть. Значит, в золотник устанавливается квадратный стержень, на конец которого устанавливается ручка крана-машиниста. И крышка сверху закрывает. Средняя часть называется зеркало золотника, это промежуточная часть. И нижняя часть – это уравнительная, в котором находится уравнительный поршень. Дальше вы видите редуктор, здесь вот стабилизатор. Редуктор предназначен в кране машиниста для увеличения давления в уравнительном резервуаре и тормозной магистрали. Вот сейчас я поверну стакан редуктора по часовой стрелке. А вы обратите внимание, как будет расти давление в уравнительном резервуаре и тормозной магистрали. Кстати, когда смотрящий автоматчик, прежде чем подключить локомотив к составу, он должен доложить вес поезда, количество осей, сколько груженных, сколько порожних, только после этого машинист начинает стаканом редуктора выворачивать стакан, если надо снизить давление, или же заворачивать стакан, если надо увеличить давление. Поэтому после доклада осмотрщик автоматчика о состоянии поезда, машинист уже начинает работать стаканом редуктора. Вот, посмотрим, давайте покажите манометр тормозной магистрали, а я буду увеличивать давление. Вот видите, было 5, сейчас доведу до 6. Увеличивается тормозной магистрали до 6, и заодно увеличивается и в уравнительном резервуаре. Поэтому скажем, что редуктор у крана машиниста предназначен для регулировки давления в уравнительном резервуаре и в тормозной магистрали. Дальше мы видим стабилизатор. Стабилизатор, если слышите утечку небольшую, через диаметр в корпусе стабилизатора 2,5 мм происходит, значит, утечка, то есть выход излишек воздуха после того, как я завысил давление. Стабилизатор предназначен для поддержания темпа ликвидации сверхзарядного давления после завышения давления в тормозной магистрали и в уравнительном резервуаре при отпуске тормозов как на станции при сокращенном опробовании, так и в пути следования при служебном торможении. То есть стабилизатор постоянно стабилизирует выход воздуха через отверстие в корпусе 2,5 мм из тормозной магистрали с определенным темпом. Но могу сказать, что темп выхода воздуха из тормозной магистрали составляет 0,2 кг на сантиметр квадратный за 80-120 секунд. Поэтому скажем еще раз, стабилизатор предназначен для поддержания темпа ликвидации сверхзарядного давления из тормозной магистрали и уравнительного резервуара. Кран условный номер 394 имеет 7 положений. Первое положение – зарядка-отпуск. Второе положение – поездное. Третье положение – перекрыша без питания. Четвертое положение – перекрыша с питанием. После четвертого положения идет положение 5А для торможения, для служебного торможения длинносоставных с количеством осей более 350 или тяжеловесных поездов весом более 6000 тонн. Это 5А. Затем идет положение 5, это служебное торможение. И, наконец, идет положение 6, экстренное торможение. И всего получилось вместе с положением 5А 7 положений. А теперь мы с вами обговорим, когда машинист переводит РКМ в то или другое положение и какие процессы происходят в составе поезда после перевода РКМ в то или другое положение. Итак, первое положение – зарядка-отпуск, так и называется. Я переведу, значит, первое положение. При этом давление было у нас 6, еще увеличивается тормозной магистраль, обратите внимание. И ставлю во второе положение. Вот в такое положение первое машинист устанавливает ручку крана,
Тогда, когда подъехал под состав, состав пустой, тормозная магистраль пустая, и он дополнительно завышает выше зарядного первым положением ручки крана машиниста. Отсюда и название зарядка. То есть помогает быстро зарядить тормозную магистраль. Зарядка. И не просто зарядка называется, а зарядка и отпуск. Поэтому отпуск происходит, или название, почему назвали отпуск, это когда в пути следования машинист производит служебное торможение. И также для того, чтобы быстрее отпустил хвост поезда, переводит ручку крана машиниста в первое положение. Вот точно так же, как сейчас я переводил. Быстро добавляет сжатый воздух в хвост поезда, тем самым осуществляет быстрый отпуск тормозов. И затем переводит во второе положение. Вот первое положение, зарядка и отпуск, так и называется. Второе положение, поездное. В этом положении ручка крана машиниста находится постоянно. Стоит ли поезд, идет ли поезд, любое направление. Постоянно ручка находится во втором поездном положении, если машинист никаких манипуляций не делает. Давление в главных резервуарах находится в определенных пределах. Вот посмотрим. Давление в главных резервуарах в определенных пределах. Какие пределы? Значит, автомат включает компрессора локомотива, и когда накачало до должного давления, автомат отключает компрессора. Поэтому здесь надо сказать, когда проверяете плотность тормозной сети, осмотрщики, автоматчики, здесь нужно обязательно дождаться завышения давления в главных резервуарах до максимального. Минимально, при которых автомат включает компрессора, это 7,5 плюс-минус 0,2 кГс на сантиметр квадратный. И когда включает компрессора, это 9 плюс-минус 0,2 кГс на сантиметр квадратный. Скажу больше, если автомат не доводит до 9 или снижает меньше 7,5 кГс, вот так отрегулирован неправильно, можно сразу забраковать локомотив. Значит, должного давления в главных резервуарах уже нет. И отправлять такой локомотив в составе поезда нельзя. Поэтому второе положение РКМ – это поездное. Третье положение. Я перевел третье положение. Это положение называется перекрышек без питания. При постановке РКМ в третье положение сжатый воздух в тормозную магистраль не попадает. Все, отсекли от локомотива, от крана тормозную магистраль. Когда машинист переводит РКМ в третье положение? А он переводит тогда, когда происходит самопроизвольное срабатывание автотормозов в поезде. Это может быть и неисправный воздухораспределитель, неисправный кран может быть. Поэтому кратковременно он ставит третье положение для того, чтобы узнать, какая же у него ситуация на данный момент с тормозной магистралью в поезде. Ведь одно дело, если срабатывание вызвало неисправность прибора, там, скажем, на 0,2, произошло снижение. Другое дело, может произойти разъединение тормозных рукавов. При постановке РКМ в третье положение он быстро увидит падение давления в тормозной магистрали. И вот в зависимости от этого помощник машиниста, чаще всего помощник машиниста, идет по поезду и уже предварительно зная обстановку, идет и проверяет тормозное оборудование поезда. Другое дело, если снижение произошло на 0,2, он ищет, может быть, прибор, может быть, утечка где-то в соединениях. А если идет резкое падение, ведь может быть и разведение рукавов, обрыв тормозной магистрали, может быть, и расцепление вагона, саморасцеп автосцепок и так далее. В этом случае он уже обязан предупредить все поезда вслед идущие, встречные, для того, чтобы они остановились. Потому что он не знает, какое положение у него в составе поезда при интенсивном снижении давления в тормозной магистрали. Вот когда ставит машинист третье положение. Ну и в пассажирских поездах машинист ставит третье положение, когда идет на остановку в тупик. Ну, скажем, вот в Москве на Казанский вокзал пассажирский поезд идет в тупик. Для того, чтобы не произошло завышение давления после торможения, он ставит третье положение, отсекает для надежности, чтобы не произошло пополнение давления в тормозной магистрали после снижения давления в тормозной магистрали. Следующее положение, положение 4, это положение перекрышек с питанием. В отличие от третьего положения, при постановке РКМ в четвертое положение, какое бы предварительно до этого не было давление в тормозной магистрали,
Четвертое положение постоянно поддерживает заданное давление машинистом до постановки четвертого положения. А проще сказать, если, скажем, давление было в тормозной магистрали 5, машинист снизил на 0,7, стало 4,3 и перевел четвертое положение, все, давление в тормозной магистрали должно быть 4,3, не больше, не меньше. Если произойдет завышение, даже незначительно в четвертом положении, вот, это произойдет неминуемый отпуск, самопроизвольный отпуск тормозов. Если мы вспомним, что у нас тормоза на равнинном режиме мягкие, отпускают очень быстро. При небольшом, при незначительном завышении давления они идут на полный отпуск. Поэтому в четвертом положении давление в тормозной магистрали после снижения должно находиться стабильно. После четвертого положения идет положение 5А. Я вот сейчас переведу ручку крана машиниста в 5А положение, и тормоза на нашем стенде не сработают, так же как и в поезде. И снова поставлю в четвертом положении, и пока оставлю в покое 5А положение. А почему пока в покое оставлю? Для того, чтобы применить 5А положение, нужно сначала перепрыгнуть 5А положение, снизить давление 5 положение, потом 5А, слышите, тихонько идет воздух, а потом уже 4. Для чего же конструктору необходимо было, значит, создать 5А положение? А это для того, чтобы при ведении длинносоставных или тяжеловесных поездов произошло наполнение тормозных цилиндров одновременно по всему поезду. Как это понимать? После постановки в пятое положение, служебное торможение, темп снижения давления при пятом положении составляет 0,2–0,3 кг на сантиметр квадратный в одну секунду. То есть идет резкое снижение. Тем не менее, значит, разрядка головной части поезда происходит быстрее, чем хвостовой. Поэтому при разрежении тормозной магистрали головная часть срабатывает быстрее и идет наполнение тормозных цилиндров в голове быстрее. В хвосте позже срабатывает, но идет наполнение тормозных цилиндров также через определенное отверстие в полном штоке главного поршня. Если этот процесс оставить таким же, просто без положения 5А, у нас произойдет наполнение сжатым воздухом тормозных цилиндров головной части быстрее, чем хвостовой. В результате чего произойдет сжатие поезда, а на кривом участке может и выдавить вагон. Чтобы этого не произошло, машинист использует после снижения пятым положением служебное торможение, переводит кратковременно 5А положение, снижает медленно давление тормозной магистрали в головной части поезда. Он снижает таким темпом, а темп составляет 0,2 за 15-20 секунд. Так вот таким темпом, чтобы только почувствовали воздухораспределители головной части поезда. В результате чего? Первоначально, когда тормоза все пришли в действие по всему поезду, процесс наполнения тормозных цилиндров происходил через 4 отверстия в полом штоке главного поршня диаметром по 3 мм по всему поезду. И в голове, и в хвосте. Но, как я уже сказал, в голове процесс наполнения тормозных цилиндров начался раньше. И нельзя дальше допускать, чтобы завершился раньше. Что может произойти, я уже сказал. Поэтому машинист дополнительно разрядил головную часть, тормозную магистраль головной части поезда, в результате чего в приборе произошло следующее. При постановке РКМ в 5А положение дополнительно разряжается давление из золотниковых камер. Тогда главный поршень, или точнее главные поршни в головной части поезда несколько смещаются. Вот я показываю, смещаются. А на главном поршне имеются манжеты, их 6 штук расположены, которые перекрывают
проход воздуха, сжатого воздуха в тормозный цилиндр через 4 отверстия. И открывается одно единственное отверстие в головной части поезда или в воздухораспределителе головной части поезда диаметром 1,7 мм. В результате чего процесс наполнения тормозных цилиндров головной части несколько замедляется, потому что дальше идет через диаметр, через одно отверстие диаметром 1,7 мм. А в хвосте так и продолжается наполнение через 4 отверстия диаметром по 3 мм. Вот и получается, что процесс наполнения головной части начался раньше, в хвосте чуть позже, но заканчивается одновременно. Следующее положение у нас последнее, шестое, это экстренное положение. Экстренное положение. Конструктор так и сделал без этих выемок в селедке, которые остальные положения при постановке РКМ на выемке. Здесь выемку сделал последнюю, до упора. Для того, чтобы поставить в экстренное положение, машинисту не надо прикидывать, где кран остановить, РКМ, в каком положении, до упора. Препятствия. Но и это не все. В случае возникновения препятствий, при необходимости экстренно остановить поезд, у машиниста есть комбинированный кран. Посмотрим на схему. Комбинированный кран. Ручка одна, но имеет три положения. Вот вертикальное положение, положение вдоль трубки, это кран открыт, комбинированный. Влево, если повернуть ручку крана, кран закрыт. А вот если повернуть вправо, ручку крана комбинированно, это происходит экстренное торможение. То есть при постановке в шестое положение, возникает, когда необходимость экстренного торможения, быстро остановить поезд, машинист дополнительно переводит ручку комбинированного крана вправо, и воздух из тормозной магистрали дополнительно выходит в кабину электровоза. Как машинист переводит ручку комбинированного крана для включения экстренного торможения на локомотиве, сейчас я вам покажу видеофрагмент на локомотиве. При необходимости экстренной остановки поезда машинист переводит ручку крана машиниста в шестое экстренное положение. И дополнительно при необходимости переводит ручку комбинированного крана в экстренное положение. При этом воздух из тормозной магистрали выходит до нуля. Занятия по теме закончились. Если у кого возникли вопросы, пожалуйста, задавайте. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Вы сказали, что темп ликвидации слезорядного давления составляет 80-120 секунд. А как это проверить на локомотиве? Хороший вопрос вы задали. Для проверки темпа ликвидации сверхзарядного давления на локомотиве необходимо ручку крана машиниста перевести в первое положение и завысить давление в уравнительном резервуаре до 6,5-6,8 кг на сантиметр квадратный. Затем перевести ручку крана машиниста во второе поездное положение. И контроль осуществлять со снижения с 6,0 до 5,8, то есть 0,2 за 80-120 секунд. Понятен ответ? Да, понятно. Еще вопросы есть? Если вопросов нет, спасибо за внимание.